Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info, а перед нами Xiaomi Redmi 10, и в этом видеоролике мы вам покажем, как просканировать QR-код с помощью данного устройства. Для этого мы открываем просто камеру. В камере проверяем, включено ли у нас QR-код, то есть заходим в настройки, выбираем смарт-предложение и ставим здесь галочку. После этого, если у нас здесь стоит галочка, она стоит по умолчанию, мы берем наш QR-код, давайте я его здесь поставлю, наводимся камерой на QR-код, ожидаем. И в правом верхнем углу, в правом нижнем углу, вот видите, где я пальцем показываю сейчас, у нас появилась вот такая вот иконка, где нарисован QR-код. Нам нужно было ее выбрать, но я случайно ее отменил, поэтому давайте еще раз это сделаем. Если у вас не появляется во второй раз, возможно, придется перейти в камеру, потому что я случайно выключил. Вот, появилось. Нажимаем сюда. И мы перешли по QR-коду. Мне мой телефон говорит, что данный QR-код ведет на сайт Hardress.info. Мы заходим на сайт. И вам тоже советуем зайти на ваш сайт, на наш сайт, ведь здесь есть много информации о нашем телефоне, то бишь о Xiaomi Redmi 10. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайки и всего доброго. До свидания!